Здравствуйте, очередной ролик про пекинеса Дэндика с Рязани. Вот у нас утро начинается не с кофе, да, Дэнди? У нас утро начинается с игрушки. Вот у меня притащил своего рыжего динозавра. И пытается наладить игру, чтобы у него ее отнимали, а он ее, чтобы защищал. Это не то, что собаку травят, а некоторые там, ой. Ну, все, кто смотрит ролики, знают, что это такой характер, это такая... Такой способ игры, способ интереса, побороться, позлиться, вот, да, позащищать. Потому что вот он играет, не знаю, в пограничника или в охранника. Да-да. Скажи, я вот так вот играю, так что вот. Вот такое у меня удовольствие. Сначала принести что-либо, отдать в ручки. А потом, когда эти ручки пытаются забрать какую-то игрушечку, позащищать и поругаться. Вот так вот у нас происходит утро. Обязательно тащит игрушку, обязательно пытается поиграть. Ладно, всем до свидания, всем большой привет. Передавайте привет пекинесу Дэндику, ну а мы, соответственно, ему передадим. Всего хорошего.